липовое дерево. Что вторая снималась, после этого делалась бумага. Она извлечала специальный проспорок, она размачивалась. После этого получались вот такие вот штучки. И девушки часов по 8, по 10 они начинали это все разминать. Берем молоточки в ручки и начинаем стучать. Вот таким вот образом. Можно поактивнее, не стесняться. И вот так без перерыва часов 8. Мы вас пока оставим, потом вернемся. Через 8 часов. Что делалось дальше? Вот это все измельчалось? Дальше. Сейчас покажу. Все нарабатывается в растворе специально, чтобы оно было еще мягче, еще мельче. И вот таким образом это выставлялось на солнышко. Лишнее мы уберем. И она высыхала, и получается то, что увидите на столе, тонкие листы, белые бумаги. Ничего себе, тонкие. А теперь, внимание, вопрос. Что делают слоники? Какие есть слоники? Какашки делают слоники. Слоники какают. Ну, сначала они поедят, конечно, после этого они какают. И вот из слоновой какашек тоже делается бумага. Дело в том, что слоны, у них такая пищеварительная